Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами я, Броша Безраэля. Я нахожусь в торговом центре Хуцот Амифрац в Хайфе. Об этом торговом центре я не раз снимала. И здесь представлены многие известные торговые сети. Все они тут аутлеты, то есть торгуют по сниженным ценам. И здесь находится вот этот магазин Big Shop. Что-то интересное я в нем покажу. Там можно купить одежду, обувь, подарки, посуду, постельное белье, многое другое. И купить можно относительно недорого. Я часто привожу своих гостей за границей сюда, и они покупают своим детям, внукам неплохие детские вещи. По сравнительно, в общем-то, невысоким ценам. Ну вот сразу на входе мы натыкаемся на костюмы к Пуриму для всех возрастов. Скоро у нас праздник Пурим, когда все переодеваются, и дети, и взрослые. Я вам дам ссылку на видео, где я рассказываю об этом празднике и показываю его. Пурим начинается в самом конце февраля. Уже сейчас вовсю, как видите, продают костюмы, маски. И чем ближе к празднику, тем больше это ощущается. И тем больше людей на улицах будут в этих костюмах. Как дети, так и взрослые. Сейчас во многих магазинах, где продается одежда, продаются костюмы, маски, головные уборы. И я постараюсь вам немножко показать. Вот какая масочка. Ну вот я зашла в отдел, где продаются костюмы для девочек. Вон там много-много разных упаковано. Ну, для разных возрастов, начиная от совсем маленьких и для девочек постарше. Сейчас попробую подобраться поближе. А это, наверное, одежда для рыцарей. А это уже аксессуары. Вот для индейцев я вижу тут. Это для ангела крылья. А это для бабочек крылья. А вон юбки какие роскошные, пышные. Галстучек какой. Вообще непонятно для чего. А это уже парики. Всех цветов радуги. Ну, туфельки нарядные для девочек, наверное, все-таки. Ушки. Диадемы для принцесс, веночки. А это, по-моему, рожки для чертовки. Бантик и подтяжки. А вот и маски разные на любой вкус. А это я уже в отделе для мальчиков, вот для самых маленьких тут. О, костюм индейца. Даже не знаю, что это. А это костюм для принца. 30 шекелей скидки на всех этих костюмах для тех, у кого есть клубная карточка этого магазина. Цены разные. Иногда очень дешево, иногда костюм может стоить, вот как для принца, 100 шекелей. 100 шекелей – это 25 евро примерно. А в этом отделе уже костюмы для взрослых. Вон шляпы. Тематика зачастую та же, что и у маленьких детей, но, видите, размеры уже большие. И
очки, краска для волос, перчаточки, все что угодно. Снова самые разные маски на любой вкус. Ну вот тут мы видим часть костюмов, которые я уже показала. Надеюсь, вы получили представление. Кстати, многие шьют костюмы сами или на заказ. Я тоже детям когда-то шила и делала им грим. Но это было очень давно. Сейчас выбор огромный. Ну вот пока и все. С вами была Броша Бозраэля. Спасибо, ставьте лайки и до новых встреч!